Welcome back to the Romania River channel. In my playthrough of... Well, Chernobyl, I bet it's probably just jump scare simulator at this point. I think we ran out of bullet. We're going to have to make more bullet. Looks like the type of place to spawn in an enemy. Like right behind me. I don't think the zone likes me being here. It's just a feeling though. Oh boy! Alcohol fixes everything.
Where the fuck are we even supposed to go? Cause this is... Oof, fucking annoying. Тане на день рождения. А это что? Здесь что-то есть внутри. Жучок, что ли? Значит, за Татьяной следила КГБ. Зачем? Что им было нужно от нее? Зачем? Узнаешь? Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Да не со мной. Старикан хотел, чтобы ты сначала эту штуку нашел. Шашку. Твое время уходит. Откуда она у тебя? Не здесь. Встретимся в соседнем здании через пару минут. Все интереснее и интереснее. We killed everybody that was around, so... Yeah. Чё так долго? Что, зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа что ни минута, то новая проверка. Ну хоть платить нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я бы тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. С чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. А ты кто вообще такой? Я выполняю задание, вот и все. А остальное тебе, дружище, знать не обязательно. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так что ты сам себя спроси, чего бы он хотел, чтобы ты сделал такой выбор, а?
I'm gonna destroy it. Something tells me that was the better option. Don't know what, but something. Well, we couldn't find a solution for that guy. Or a better solution, better said. There's really only one option for it. The parkouring bits could use some tweaking in this game. Sorry, guy. Great, it's one of those. For this guy though. I could get out of the house, or in the house, pardon. Probably do something. And why did I not give him the bullet directly? Because I didn't want him to do suicide. If this is a, you know, spiritual type game,
Suicide's probably the worst option you could go with. I'm actually curious, let me see if I can find some way to save him that I can actually do. Cause I'm curious now, so mentor from the past walkthrough, okay. Trapped soldier. Turn around after choosing to help him, you will see a truck. Are you kidding me? Oh, where is he? That way. So Chernobylite stuck. So, вот ты подумай, я уже с жизнью попрощаться успел. Спасибо. Ты только будь осторожней теперь. Ладно? Буду. Слушай. Я тебя запомню. Как знать, может, однажды сочтемся. Окей. Okay. It was that freaking easy. Okay. I was overthinking it quite a lot. But I needed one of those burner thingies. Okay. Игорь, пистолет, который я тебе дал, долго путешествовал со мной и уже довольно старый. Предлагаю сделать инструмент для калибровки и улучшить его. Хорошая идея. Я его сделаю, когда будет возможность. Он тебе правда пригодится, Игорь. Окей. So, calibration tool. Let's actually build this first. Because that will allow us, or me better said,
to build a couple of these. Or this, actually. That's calling. Okay, let's make one. And I think we are done for the moment. Well, actually, calibration. What the hell is a calibration? Okay, so okay, we have enough in terms of that. We're gonna need a lot more shit now. Bravo. Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний, выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным,
слишком абсурдным. Глупцы, каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. В жопу, комитет! Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов! Проснись! Игорь, проснись! Таня... Это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня. Изо всех сил. Надо взглянуть на мою доску. Первая зацепка. Когда найду больше, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. На заметку. Мне нужны еще подсказки. I can actually get his point, but well, it's a fair bit outlandish, I'm just gonna be honest. Игорь, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире НАР настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Копачи, село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию. Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова, имена, доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложным. Если будешь действовать шустро и грамотно, может, даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важно. Как минимум, стоит поболтать с этим их предателем. Я рад, что мы друг друга поняли. Это в Копачах. Не заблудишься. Окей. I'm going to send him off. Ну, что дальше, босс? He ain't that intelligent, but he should be able to do a good job. I need the rest. No doubts about that.
Locket. Oliver. Gonna have to leave it off for next time, lads and lasses. Till then. Thank you for watching, or more precisely surviving up until this point, because guys know the editing's kinda interesting and my voice has a melodic tone to it. If you like what you saw, feel free to hit the subscribe button, like button. It does help out the statistics of the channel, gets more visible, you know, stuff like that. And to be honest, at one point I would like to actually make this a job so I can do better content with better quality, more games, more coverage, you know, stuff like that. Take care.